Коронавирус выявлен у 11-летнего школьника в Шымкенте. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга. Подросток – ученик школы номер 54. Как сильно это повлияет на формат дальнейшего обучения, рассказала главный педагог Шымкента. Чтобы принять решение, мы будем рассматривать заявления родителей. Сейчас во всех школах города строго соблюдаются санитарные нормы. С октября количество дежурных классов, возможно, станет меньше. Сейчас 22% школьников обучаются в традиционном формате, все остальные – дистанционно. При этом далеко не у всех школьников есть возможность учиться онлайн. 31 тысяча школьников не имеет доступа к качественному интернету. У 37 тысяч нет компьютеров. Среди школьников было распределено 33 840 компьютеров, то есть один компьютер на четверых детей. Только в июле было куплено 10 975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. По словам руководителя управления, если подрядчики сорвут сроки поставки компьютеров, их привлекут к ответственности. А чтобы у детей из отдаленных населенных пунктов все же был доступ к мировой паутине, сейчас ведется работа с Казахтелекомом. В 8 таких пунктах установят станции связи.